продолжаем. Оу, щит. Идеально. А чё вы танцуете-то? Опять меня нету, и вы танцуете. Писки что? Как мое здоровье? Давай дном. Давай попробуем вверх пойти. Там ну, какая-то дичь со стрельбой. Здесь какая-то дичь с платформами. Ох, щит. Да-ля, ну. Да, прошло. Ну нет, нет, нет. Говно, жоп, говно. Мне кажется, мы пришли в то же самое место. Да? Ну, вроде прошло. Не знаю, не проверял. Да, бля, это реально это то же самое место. Но. Здесь лучше то, что... Вниз надо идти, а не вверх. Чё за прикол-то? Да, это то же самое, только в другую сторону. И я пошел. Не хочу с вами даже связываться. То есть такое ощущение, что, короче... В обе стороны ты пойдешь и в одно и то же место придешь. Разница только, что локации будут в обратную сторону. Бля, чё за прикол? Быстрей! А, я... Что? А как? Я что-то, блядь, не понимаю в этом боссе. То есть, тупо, если они в том месте стоят, то о чем? Это привет, что ли? Ну, блядь, и как? Блядь, что это? Что это за нахуй, не босс, блядь?
Это невозможно. Это невозможно. Как не дамажится, блять, в этом, на этом боссе, я не понимаю. Нормально спрыгнул. Это пиздец. Что я, блядь, творю? Серьезно. А ты просто вот сюда поближе подойдешь, и все как бы норм будет. Ты просто прыгнешь и все. Не? Блять, ну что? Ёбаный рот. Привет. То есть уровень-то недолгий. Уровень конкретно недолгий. Намен в том, что... Тон душный. Прямо это душнилочка. Ты сейчас, блядь, серьезно? Я не коснулся этого ебаного штырька, блядь. Блядь, игра. Ну, камон. Теперь носы еще кого-то удивляют? Блять, что? Не, ну это попоздос. Ты я так. Меня сегодня больше этот смутил. Не, он Уич рассказывал. Но там это вряд ли кому-то это было интересно. На свече вышла игра Каптон. Называется. Там сборник Sega Сатурновских игр, шмапов. Короче, как выяснилось, что они сделали, они впихнули эмуль. Привет. Скажу.
Короче, они взяли эмуль, собственно, сделанный, Sega Сатурновский, впихнули его в оболочку свеча, и этот эмуль запускает игру. Но они просчитались в одном месте. И ROM игры можно просто заменить на любой другой, и будет работать. Короче, сделали практически полноценно рабочий, блядь, Sega Saturn эмулятор для свеча. Я такой, чё, блядь? Серьёзно? А теперь отделите его, пожалуйста, и сделайте его отдельно, ну, чтобы он работал. Там реально половина игр работает. Причем даже есть игры, которые я хотел поиграть. Тот же Burning Rangers работает. Ну там что-то пишут, конечно, что какие-то небольшие глюки есть. Но все же. Если он будет запускать Deep Fear, я на борту. Что-то я хочу Deep Fear поиграть, но что-то с эмулем водиться впадло. На пеке. Не факт, что он будет работать нормально. Вот. Удивительные новости. Нет. Да это серьезно сейчас? Пройти. Да ебаная летучая мышь. Не слышал о таких играх, ну ты о Сатурне не особо не слышал, скорее всего. Хоть что-то на Сатурне видел? Скорее всего, нет. Поэтому чё уж говорить про игры. Там есть Resident Evil 1. И он очень сильно отличается от PS1 версии. Ну вот как? Блять, да тут не успеть нихуя. Да что ты, блять, делаешь-то, играя? Я хуй знает. Не, ну серьезно, а как? Ну, блять, это невозможно. Я его могу убить только, если я вообще вот здесь нигде не задамажусь. И первые две атаки я его не получу дамаг. Ну просто в другом случае, это хуйня полная, не босс. Но он не сложный, он несправедливый нихуя. Да где тут справедливость-то? Чё это за вред-то? Ну это полная хуйня, реально. Пизда, все. Я что? А как? Что это за нахуй, а не босс? Пока что это худший босс, который вообще был во всей игре. И не потому, что он сложный.
А потому что это, ну, это просто говно, по-моему, не босс. Ну, в теории целенаправленно дэмэдж бусты делать, чтобы проскочить быстрее на другую сторону. Ну, я просто других вариантов не вижу. Ну, не дамажиться в этом боссе, я вообще не знаю, что нужно делать. Типа Crazy Play. Музака. Па-ра-ра-па-па-па-па. Ну чё? Будет какая-нибудь сейчас хуйня, да? Вот обязательно сейчас будет. Сейчас узкий мостик, блядь, да? Не? Ну, музон здесь бодрый, прям. Я даже удивляюсь, что он не, это, не однотипный. Как в предыдущих частях. А прям что-то какие-то разные эти... Блять, иди нахуй, ёбаная шняга, блять. Чё он? Чё там такое лежит? Хочу взять. Дай сюда. Если он дойдет до конца, он пойдет назад. Да что-то какие-то в игре нотки, блять, Киркорова. Из-за тебя умру. Ого. Импута не жри. Надева. Ох, бля. Ха. А через эти штуки можно проходить? Окей, наверное, можно, я не понимаю. Простите. А, окей. Еще даже сразу не понял, что происходит. А это как взять? Да ну тебя нахуй, игра. Ну ладно. Блять, ёбаный бумеранг. Ох, мать, что-то сейчас будет стрёмное. Thank you.
Окей. Вот интересно. Пошла в шубу. Привет, Гранд Мэйдж. Кстати, Гранд Мэйдж. Нет, нет. Лево, лево. Нет, нет, блять. Да прыгни ты влево, ёпта мать. Фу, блять. Ебать, это стрёмно было сейчас. Ну, этот парень меня убьет, конечно, сейчас. Нога дернулась, пусть. А? Я через дамаг не пойду. А как, блять? Ну это же невозможно. Вторая семейка Адамсов не удалась. Не знаю, я не ходил. Вот это было близко сейчас. Ну, бля. Поближе, 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 поближе. Стреляй. Ебать, прыжок был. Там ванап упал. Блин. У меня ноль жизни не будет, да? Конечно ж, блять. А сколько же счета? Ну не надо, блять. Ну серьезно сейчас. Блять. Зачем ты, блять, это сделал? Ебать, долгий уровень, пиздец. Охуенно. Это же. Да, блядь, куда ты? Пиздец, он зависает, блядь, на этих веревках. Кошмар, вот. Да ей-богу, блядь, сдохни, чё за нахуй? Никому не интересно дота, блядь, здесь.
Я, конечно, понимаю, что они красавцы, блядь, все такое. Но серьезно. Второй день подряд ко мне люди, блядь, приходят. Знают, что я, блядь, доту терпеть не могу. И нет, блядь, надо обязательно. Ну, блядь, дота победили, блядь. Да похуй, блядь. Победили и в хуй с ними. Это Ноксон. Забей. Просто не понимаю, почему мне эту информацию кидают. Что я, наверное, самый последний человек, которому это будет интересно, блядь. А как так вышло, что в прошлый раз я прыгнул, ударил и выпала жизнь? На геймбой есть Зельда, да? The Link's Adventure по-любому. Которая ремейк сейчас вышла последняя. Ну или предпоследняя какая-то там. Link's Awakening. Или как она там? Почему ты не сломал его, блять, расскажи. Там еще какая-то есть, что-то там, Story of Season, или как она там, не помню. Oracle of Season, как не помню. Спросили про геймбой, я хз про какой-то. Это санратник. Прыгни. Фу. Я только хотел сказать, давай без вот этой хуйни опять. Блять, ну это что? Это полная ебата. Ну ладно, давай так, без убийства их. Так лучше. Ох, мать. Знакомый интерьер. Ох, блядь. Это кто? Алукард опять, что ли, блядь? Текст. Я удивлен, что ты добрался, зашел так далеко. Перерождение Дракулы произойдет скоро. Ты не сможешь уничтожить меня. А ты кто? Отец. А, ясно, понятно.
как там, Сириумасимум, какое-то у него имя, блядь, ебанутое. Не, ну это, блядь, конечно, все охуенно, но почему, блядь, не работает, сука, пиксель-то, блядь, ебанутый? Ну я же попадал. Блядь, иди в пизду, игра, ну серьезно сейчас. Ну что за, блядь, прыжки-то ебаные? Сбивай. По крайней мере, я Link's Awakening видел. Он выглядел норм. Так, Крейзулы убежал. О май гад. Ой. Ой. В принципе, здесь ничего сложного нету. Топор. Блять, а мне нужен топор был, наверное, да? Человек болеет. Даже так. Нихуя. То есть там кусок стены отсутствует. Блять, а как взять-то? Это надо кнутом ударить. Место меня что-то прям вообще бесит. Чел. Ну, не будем их убивать. Нет, будем. Одного, по крайней мере. Погнали. Это Зимис. О май гад. Ну поехали. У нас есть топоры. У нас нихера нету. Хилки. Блять, нахуя? Ну блять, ну что ты делаешь? Ёб твою мать. Да здесь есть блоки, которые можно ломать. Окей. Так, ты пошел нахер, пасынок.
Давай пробуем святой водой его побить чуть-чуть. Зря. Да что ж ты делаешь-то, блядь? Нахуй ты бежишь-то вперед времени, блядь? Как с ним драться? Я, блядь, не понимаю. Если у меня... А, здесь святую воду дают. Да я не видел в этой игре вообще ни одной лечилки. Они по-любому где-то есть. Да я не знаю, где они. Две жизни есть. Окей. Да иди нахуй! Заебешь, блядь. Да как так-то, блядь? Ну куда ты поебашил? Конечно, блядь. Хуя там неубиваемый, блядь. Ну, что это за бред? То есть можно кнутом, в принципе, с ним справиться. Я даже начинаю склоняться к тому, что кнутом нужно с ним драться. Ну, что-то тут этот... Тайминги какие-то лютые. Ну это бред, блядь, полный. Да иди ты нахуй, слышь, блядь, хуй. Да ну а чё ты, блядь, ты заебал? Ну а как я, блядь, с тобой драться буду, блядь? Ты нахуй не даешь мне, блядь, шагу сделать. И чё это такое, блядь? И куда я должен себя девать? Пошёл нахуй, ёбок тупой. Нормально, блядь, общались. Чё-то началась. Игра делать. Чё, блядь, я нахуй в мыслях уже путаюсь. Ты чё делать? Игра начала, блядь. Ты за... Бесишь, блядь. Блять, спрыгивай. Ты еблан, что ли, спрыгивай! Пиздец, блять, какой ж ты нахуй дебилоид, блять. Иди в пропасть. Худшая косла. Не знаю. Конкретно для меня третья. Но все считают ее шедевром. Я терпеть эту игру не могу. Блять, ты можешь не прыгать, пожалуйста.
Ну так, не знаю. Многие говорят вторая. Я люблю вторую. Вот это я взял сейчас. Вторая это которая первая Метроидвания. Не вот это. Это тоже вторая. Бляха, тихо. Не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не, блядь. Чижик нахуй. Ещё, блядь. Чё там? Топор был, да? Блядь, курить пошли. Я нашел, блядь, хилку. Я нашел в этой ебаной игре хилку. Четыре жизни. Когда-нибудь я, блядь, не возьму это. Вообще можно стрельбу-то взять? Ну а как? Ну блять, ну я не вкуриваю. Вот у меня сейчас реально, у меня флешбэк с третьей части. Там, блядь, был похожий босс, он такой бесячий, блядь, был. Он только превращался все время в тебя и делал, блядь, то, что ты делаешь. Это примерно такой же, блядь. Только, сука, еще сильнее раздражает. То есть я вроде бы понимаю, что нужно сделать. Но он нихуя не дает. Блять, я могу попробовать его пересилить. Ну, блять, я хуй знает. Проблема в том, что после него, скорее всего, будет еще один босс. А я, блять, без хп буду. Но это же явно не последний босс. Да, у кого айфреймы толще? Вот как его, блядь, заставить вверх шагать?
сука, игра говно. Не игра, боссов тут. Какая-то санина просто. Да просто, если бы я понимал, что я делаю, чтобы он пошел наверх, это бы гораздо проще было бы. Но я не понимаю, что происходит. Ха. Мудак. Короче, я понял. Святая вода здесь прям вообще имба. Святая вода здесь прям вообще имба. Да, блядь, ну зачем я все время здесь прыгаю-то, блядь? Блять, прыгай. Я, сука, терпеть не могу, блять, этот платформинг на веревках. Он не работает, ни пизды. Я реально, я нажимаю в сторону и прыжок, он не прыгает. Не прыгать. Уйди, летучая мышь. Пошла. Нахуй. Уйди. Я бы ничего не сказал. И я не скажу. Платформинг-то норм. Вот на веревках. На веревках беда какая-то. И газы, то ли игра импуты жрет, то ли еще что-то. Я вроде нажимаю в сторону и прожу. Не прыгает. Найс. Больше 10 будет. Блять, я тебя упаду сейчас. Больше 10, если будет. Сердечко. Если можно было бы его закидать нахер. Что там в самом начале стоит? Кидать свои ножи. Блять, платформа нахуй, никуда поехала. Ладно, черт с тобой. С этой жизнью она вообще спали погоды не сделает никакой. Mm-hmm.
Окей, нормас. Бля, ну что ты делаешь? Ёбаная жопа павиана, блядь. Ты сейчас серьезно? А все почему? Я тебе скажу почему, блядь. Потому что экран, блядь, не скроллится по-человечески. Я пытался экран расскроллить. То, что когда блок начал падать, экран перестал скроллиться, блядь. По какой-то блядской причине, непонятной. Да ну что ты, блядь, творишь? Подождем, подождем, подождем. Как оно тут? Ну уже почти. Блять, я хилку не взял. Ну что же. Блять, отвлекся. Да пока нормально все. Типичные 3 часа кослы. Скорее всего так и будет. Часа 3 я пройду игру. Ты стрелятельного оружия вообще нет на этом уровне. Охуенно. Так, давай. Стреляй. Бля, чел, ну чел. Да ну чё ты, блядь, разворачиваешься-то? Сука, олень, блядь. Зачем ты повернулся, блядь, в другую сторону? Ёбаный геймпад, блядь, не подводи меня. С сраным крестиком. Так, все, отставить жалобу, сейчас пройдем. Сейчас все будет. Попал.
Спускайся! Говнарь, блядь. Ну, давай, не было. Можно я пожалуюсь? Попробуй. Ауч. Что я делаю? О, отец. После того, как Дракула не сможет использовать мою силу, Дракула будет использовать силу четырех замков. Духов четырех замков. Поспеши. Быстрее. Чё? А? А? Ёптель-мотель. Ещё один уровень. Ну ладно, ок. Это будет какой-то микс из замков или что? Оу, фак. Прям сразу босс. Окей, ладно, хорошо. Ёб твою мать. Такой шанс был красивый. Все. Стрелятельного теперь нету. Скорее всего, не будет. Нет, будет, смотри-ка. А. Не будет этого. Где ты появляешься сначала? Блять, серьезно сейчас? Нахуй вы мне даете оружие, которое стреляет, если оно на него не работает, блять? Кого надо бить-то, блять, не пойму. Шарики, что ли, блять? На него дамаг не работает. Чего, блять? По голове. Не знаю. Не, сделать отдельный уровень с Дракулой, это прям по красоте. Это прям я одобряю эту хуйню. Голова работает. Проблема в том, что, блядь... Не в том, что я пытаюсь его ударить. Проблема в том, что я не могу увернуться. Я не понимаю, куда шары летят. Это Роман. Ну, где какой паровозик клевый. Ты что, этот? Ты диспетчер? Водитель поезда? Ну-ка.
Кнут только работает на него, блядь. Ты можешь появиться, блять, вот на этом левом, сука, уступе. Ты заебал, блять, ты появляешься где угодно, только не там. Что это? Достал. Заяц. Хорошо. Не, босс сложный. Это даже неплохо. На самом деле. Блять, серьезная игра? Я пытался вниз упасть, блять. Сука, сука. Подожди-ка секунду. Так, я сейчас гляну. И вот смотреть, если что-то будет, что я думаю. В общем, если тут что-то после. Я хотел перерыв просто сделать. Блять, серьезно, что ли? Блять, фаз даже второй нет. Ёпа мать. Ну, ну окей, давай попробуем еще раз. Второй фазы нету даже, прикиньте. Чуть не убил кого? Я его? Да я тебя умоляю, у него пол хп оставалось. Сначала я понимаю, да, слева вообще идеально стоять. То есть я его могу свободно до пол хп снести. Дальше проблематично. Че у меня с хп, блять? Я стрел. Почему он не появляется в этом углу второй раз? Он заебал. Хитрый босс. Ну, я думаю, как только я узнаю, где можно стоять, он будет изич полный. Ты издеваешься? Блять, я умер. Окей.
в два дамага сейчас, или в три. А сейчас сделаем. Поехали. На месте. Сын он снимает. Три. А, блядь, нет. Я забыл про вот этот дамаг. Так, снизу. Вперед прыгаем. Сверху на месте. Снизу вперед. На месте. Окей, я приметил, куда можно встать после первой атаки его. Окей. Ну, то есть, если он там меня не попадет, то у меня лишний хп будет. Надо просто сойти вправо. Потом опять вернуться влево. И затанчить его нахер. Да? Да, чё? Танчим босса. Все будет. Сразу влево. На месте. Нет, стоп, что делаю, блядь? 4, 5, 6. Уходим сюда. Блядь, что делаю? Вот здесь. Кековая, блядь. Так, снизу вперед прыжок. Сверху на месте. Вперед. Блять, ну что сделал? Ладно. Я просто понял, что, блядь, бессмысленно. Ни одного хп-то не хватит. Че? Я все, уже всего босса прочувствовал, осталось только наворачиваться и все. Ща наворачиваемся ему в лицо, блин. Неголи. Победная стволов. Вот на месте. Раз, два, четыре, пять. Ну, это хуйня полная.
Жиза. Пошел он, короче, на Алиэкспресс что-нибудь купил. Такой, окей, классно, молодец. Два часа проходит, короче, они-то 50% скидку предлагают на этот же товар. Или там не сразу, а через неделю. Ну, выиграли. Чуть-чуть вперед, да? Блять, ну что ты делаешь? Да я сегодня уже победить смогу. Ну, то есть... Он меня уже ничем не удивляет, этот босс. Я уже все его атаки знаю. Я уже хуйней какой-то занимаюсь, реально. Просто прыгаю на него сам. Чтобы быстрее убить. В сентябре ехать. Может. Ну, летом там... Гостиницы дорогие. Все туристы тогда и едут. Белые ночи, все такое. Если только захочешь этой лунной ночью, будем мы с тобой только я и ты. Я же увернулся. Ха! Да что, блядь, за хуйню ты делаешь? Не, братан. Это Алекс Крас. Ты что с чатом сделал? Ты что, уборолся? Это не я. А кто? Я что ли? Так, окей. Бельмонт, давай. Не знаю себе хуйней. Блять. Я не туда встал. Я запутался. Зимой много куда не сходишь там, вот в чем проблема. На ту же колоннаду залезть не получится. Ты ж
что она закрыта. Да и холодно там, блядь, это ж Питер. Там ветер ебал. Вон у Барсенки, блядь, дверь открываются нахуй на ночь. Блядь, ну что? Посреди ночи, блядь, дверь балконную вырвала нахер. Вот это нормальный Питер, обычный. Блять, ну что? Чё ты творишь? Я разве не здесь в прошлый раз стоял, чтобы... Чё? Ладно, окей. Чё-то вот один удар не получается, и все, один прыжок. И все, дальше уже все под откос идет. Ну я сейчас сделаю, я по-любому должен. Боссман! Боссман! Я сейчас нахуй тебя с концами забаню, блядь, за такую хуйню. Не смей даже это говно сюда постить. Знать не хочу, что он там пытался нарисовать. Должен не болеть хрену. Нет, кто-то умирает. А кто это умер? Ой, кто это? А кто это у нас умер? А кто это у нас умер? Это Дракула у нас умер. Эй. Тигри. Это не я. Второй фазы нет. Что самое интересное. И я даже доволен тоже, что ее нету. Ну, с какой-то стороны, что, как бы, ну, нахуй эту игру. Но с другой стороны, здесь охуенная музыка. Здесь хороший платформинг, за исключением веревок ебучих. Но к ним тоже можно привыкнуть. Бесконечные жизни, пароли. Боссы. Не надо отъебись. Тоже хорошо. Второй фазы нет? Плохо, конечно. Ну да ладно. Война окончена. Схема Дракулы не удалась. Из-за охотников. Да? Из-за комбинации силы. Кристофера и второе имя, да? И Солио. И вновь мир в мире. Мир в мире. The world is at peace. Мир в мире. И тогда там школа, дом родной. Салют.
произошел. Темное... избавился от темного проклятия. И продолжил. И продолжит-то сражаться. С Дракулой и его силами. Да, наверное, да, все. Вскоре после этого Бельмонт, семья Бельмондов, у нее были длинная история. Охотников на вампирами. На вампиров. Легенда всегда. И медленные субтитры продолжаются. И я думаю, это все. Да? Конец игры. Да? На курашах. Хуба. И я прошел все три соревнования на геймбой. Найс. Все три скариков. Как по-мужски. Легитимно. Как там говорят. CBCG, спасибо Боссман, спасибо Данич, спасибо Ермак. Спасибо Роман, спасибо Боссман, спасибо Crazy Play, спасибо Парсенка. Спасибо еще раз Crazy Play. И скорее всего мы прошли... Ты да я, мы с тобой. Все... 2D к стреванию. Нет, не все. Пишу. Там порты еще есть первые. Ну это другой момент. Но основные вроде как. Не порты, мы все прошли. Спасибо, Зикур. Спасибо, Оджин. Оба-на! Оба-на! Оба-на, Мэйджин! Все кроссовки. Романтик коллекшн, блять. Сразу.